Владимир Колокольцев вручил дипломы о высшем образовании выпускникам Московского университета МВД России. По традиции, торжественная церемония состоялась на Красной площади. Приветствуя участников мероприятия, глава ведомства отметил, что получить диплом здесь, в самом сердце страны, большая честь и высокое доверие. Хочу подчеркнуть, что ВУЗ по праву занимает одно из ведущих мест в системе ведомственного образования. Его выпускников отличает стремление всегда быть лучшими. И сегодня в строю 98 отличников учебы, в том числе 10 золотых медалистов. Грамотное применение полученных знаний на практике, проявление таких качеств, как принципиальность, ответственность, преданность интересам службы, позволит вам с честью выполнить свой офицерский долг. Владимир Колокольцев выразил благодарность руководству и преподавателям университета за большую работу в деле обучения и воспитания молодых полицейских и подчеркнул, что уровень их подготовки полностью соответствует современным стандартам высшей школы. По окончании вуза молодые специалисты обладают глубокими теоретическими знаниями для успешной профессиональной деятельности, эффективного решения стоящих перед министерством задач, в числе которых борьба с экстремизмом и терроризмом, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков. Служу России. Выпускники уже готовы приступить к своим профессиональным обязанностям. А несколько пар не только будут служить вместе, но и создадут семью и, возможно, начнут новую полицейскую династию. Я просто настолько не ожидала, что сейчас я до сих пор не могу в это поверить. Не могу вообще поверить, что этот день произошел, этот день наконец-то настал, именно день выпуска. Ну и, конечно же, предложение. Я пока не верю в это. Сегодня Московский университет МВД России – это международный учебный и научный центр, который вносит существенный вклад в подготовку кадров для правоохранительных органов не только Российской Федерации, но и зарубежных стран. Россия.